Первый финал в классе Rotax. Кирилл стартует с 6-й позиции. 12 участников. Чем-то отстает на старте. Видимо, тактика такая. Так, что там происходит? Итак, отличный старт. Давайте наблюдать за гонкой. Прошу приготовиться к первой. Пока на дистанции Rotax, и вот уже интересно понаблюдать. За ним Бадретдинов, Фасад номер 88. Но 16 кругов, друзья. Да, 5-й близко. Мотор не его, на прямых отставаниях. Итак, мини 4C, прошу собраться в зоне накопитель. За ним тоже не его едет. За ним кто-то едет. Миш, смотри. Но вот у него мотор не его, что-то он прямой не достает вообще. Только башка не красная. Что на руку Кириллу. Надо попытаться учиться. Двинули жестко ему. Бочина приехала. На 7-ю позицию. Сейчас готовится. Да, Кубаев скоро отрывается. Будет атака сказана. Нет, удержал 7-ю позицию, но на прямой, конечно, сложно против мотора Эва. Накатывает на него. Там надо прикрыться, конечно.
Да, отбился. Даже отъехал. Позиция, не на седьмой. Или там круговой. Да вроде нет круговых. Или есть. Ну вот у нас лидер, пятый, наверное. 88. Седьмой, первый. 301. 2. 7, 8. Восьмая позиция, последний круг. Ну, далековато, конечно. Что не сделаем? Что не успеем сделать? Сочи, финишный флаг уже. Пятерочка выиграла заезд. Thank you.
сейчас в седьмой Кирилл.